у тебя тут видишь все. Да. Смотри, какая девушка перед тобой. Просто вот. Все, вы зафиксированы, почти еще. Ой. Что ж такое? В этом событии вы уже зафиксированы. Дима. Дмитрий. Просто я вчера в очередной раз познакомилась с Дмитрием, который снимает юридические конкурсы от Русского музея и не только. Такой горячо. Оказывается, он еще другой снимает. А вы сейчас там вспомните. Я вас тут узнаю. Лицо вас узнаю. Это во снах, постарше. Я всегда во снах. Это очень нормально. Это вот... Завтра последний день висят мои чудики в Борисе. Завтра мы их снимаем. Да? А во сколько? Снимаем в 5. В 5 они будут вести. До 4 вечера. Петр сказал приехать в 5 на... Вот, а потом там будет Макс. Почему я узнал об этом только сейчас? Я вам говорила, когда мы были на этом, на... внизу там подвал. На Фонтанке, да? Да, да. Вот видите как. Уже тогда склоняюсь глубоким поклонением. Ничего страшного. Вы там обсуждали еще с Володей. Ничего страшного. Я бы на вашем месте даже не сказал, что ты не знаешь. Я бы где-нибудь еще вот разместил потом. Мы здесь. Вот это, кстати, самая палка для сына. Практически. Вот, как говорят люди.